В округе продолжается плановый ремонт автомобильных дорог. С начала года выявлено около 6 тысяч ям на проезжей части. Более 4 тысяч уже устранены. С помощью шовореза края аварийного участка выровняли, очистили ямы от пыли, обработали мазутом, после чего уложили новый асфальт. Таким способом каждую неделю специалисты Люберецкого дорожно-эксплуатационного предприятия ремонтируют более 700 выбоин. Глава городского округа проверил ход работ на юбилейной улице у домов 17 и 19. Эта тема у нас на контроле. Она на контроле у губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Эта тема сегодня она фиксируется. Более того, мы сегодня оплачиваем ремонт каждой ямы, исходя из фотофиксации. Каждая яма она фиксируется там в системе координат, через систему ГЛОНАСС, где мы оплату делаем после того, когда мы видим, что эта яма была, она сделана и нет вопросов.